партии выпускников, вы вливаетесь в влияние выпускников в статусе магистров. Проект работает с 2006 года, и на сегодняшний день с вашим выпуском эта величина составляет 133 человека. Для вручения приглашается Темноходов Антон Владимирович. Тема магистерской диссертации – государственное регулирование, формирование, развитие особых экономических зон. Оценка – отлично! Нагрудный знак выпускника вручает... Я еще вручу нагрудный знак, Я объявляю, нагрудный знак вручает первый проректор, проректор по образовательной деятельности Бородавкин Вячеслав Александрович. И еще, в то время как у нас был юбилей, мы праздновали в ноябре, значит, все вы присутствующие уже приступили к выполнению выпускной конституционной работы. Поэтому не надо забывать, что ваш выпуск, он тоже юбилейный, посвященный 85-летию нашего военмеха. И параллельно я каждому выпускнику буду вручать памятный значок 85 лет нашему университету. Так что еще вот. От себя лично, вот, как депутата законодательного собрания, основоположника нашего взаимодействия между российской авиационной базой в Киргизии и военмехом, вот небольшой здесь подарок. Проект начал функционировать в 2006 году. Мы приглашаем для вручения диплома Чубукина Алексея Сергеевича. Тема выпускной работы – проблемы безопасности и основные приоритеты государственной военной политики России. Оценка – отлично! Государственное регулирование образовательного процесса на удаленных объектах Министерства обороны. Оценка отлично. Тема диссертации «Роль государственно-частного партнерства и развития социальной инфраструктуры». Оценка отлично. Значит, получается дважды, подчеркиваю. Я прав? Да. Ну и, так сказать, наш суверенный. Банка-партнера военмеха в Кыргызской республике Амурбекову Нурию Муратовну. Тема «Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов». Оценка. Хорошо. Александра Николаевича. Тема «Организация государственной системы предупреждения ликвидации».
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Оценка хорошо. Коллективное фото с ректором университета, с...